Dad, пап, это мой парень, Мартин. Рад знакомству, мистер Гало. И я рад, Мартин. Мартин — музыкант. Банджо. Как лягушонок Кермит. 6 месяцев спустя. Мистер Гэллоу, Дженни дома? Мы расстались. Ты не знаешь, где я смогу ее найти? Адрес я не знаю, но я там был. Не хочешь одеться и сопроводить меня туда? Ты знаешь, куда мы едем, так что поведешь. Вообще-то я не вожу. Мы любим Дженни, но некоторые из нас любили ее слишком уж сильно. Что? Я сказала, что кое-кто в этом доме хотел сексом с вашей дочерью заняться. Ладно, нам пора. А можно мне с вами? Мне кажется, ее похитили, а вам? Сэр, а чем именно вы занимаетесь? Мы раньше шутили, что вы торговец оружием. Я занимаюсь снабжением. Осторожно! Так круто было, я закричал «Осторожно!» Ты мне просто жизнь спас. Самый лучший способ забыть свою бывшую. Она объявится, мистер Гэллоу. Можешь звать меня друг. Пожалуй, не могу. Бодрствовать всю ночь с ее отцом. Это очень паршивая идея. Я должен убедиться в том, что моя дочь не вляпалась в неприятности. Беги. Мы весь день и всю ночь ищем Джинни. Убегаем от полиции. Нет смысла перечислять события, я ведь рядом был. Джей Кей Симмонс, Эмиль Херш. Такое каждый день случается. Это как кино. Джон Уэйн. Это не кино, это жизнь. Отлично потрудились, парни. Ночное бдение. А вы не могли бы что-нибудь выложить в сеть? Уже? А что именно? Чирикнуло. Очаровательный старик и жутковатый паренек. Тематические метки. Произвольный, трахабельный. Скоро на экранах.